Здравствуйте, я Анна. Добро пожаловать в Budapest Real Estate Club, клуб владельцев недвижимости Будапешта. Вы ищете повод для инвестиций в Будапеште и хотели бы приобрести недвижимость для того, чтобы сдавать ее на долгосрочную аренду? Хочу предложить вашему вниманию прекрасную студию-квартиру в 5-м районе Будапешта. Эта квартира расположена всего в 1 минуте ходьбы от центральной базилики, центрального кафедрального собора города и 5 минут ходьбы до известного парламента. Как я уже сказала, это студия-квартира, она составляет 29 квадратных метров, она находится на первом этаже здания, и я хочу откомментировать, что цена за квадратный метр, если вы сопоставите цены в 5-м районе и квадратные метры, просто уникальная. Как же выглядит эта квартира? Напольное покрытие – это плитка. Владелец этой квартиры создал прекрасный элемент интерьера. И кухня. Кухня абсолютно новая. К примеру, абсолютно новый прекрасный смеситель. Мойка, которая имеет современное покрытие. Под кухней установлен новый бойлер фирмы Bosch. И здесь же находится встроенный холодильник, кухонная плита и духовка электрическая. Как я уже сказала, квартира расположена на первом этаже и имеет очень большое светлое окно с видом во двор. Хозяин этой квартиры сделал решение отопления, это электрическая батарея. И хочу показать, как выглядит ванная комната. Ванная комната расположена с левой стороны у окна. Кафельная плитка выбрана с очень красивым бежевым цветом. Сразу же вы видите умывальник. Все абсолютно новое, ремонт был только-только закончен, и сейчас эта квартира продается. Умывальник имеет красивое зеркало. И здесь же, как вы уже видели, расположен туалет. И хозяин этой квартиры воплотил душевую кабину. Все абсолютно новое, как я уже сказала. Обогрев воды производится за счет электробойлера. Давайте также посмотрим, как же выглядит галерея, надстроенная галерея в этой квартире, которая расположена на втором этаже. Как я уже сказала, напольное покрытие внизу – это кафельная плитка. Очень красивое решение, бежевого цвета. И давайте поднимемся по лестнице. Я хочу вам показать, как же выглядит галерея. Галерея составляет 15 квадратных метров. Не учитывается в общей площади, то есть это как бы дополнительный бонус. Высота потолка 5 метров. Соответственно, когда мы находимся на галерее, человек среднего роста может спокойно здесь стоять. Как вы видите, расположена очень красивая кровать. И напольное покрытие является ламинатом. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите приобрести эту недвижимость, какую-либо другую, обращайтесь, я с радостью на них вам отвечу. Не забывайте отслеживать больше предложений на нашем сайте www.budapest-realestate.com.